Улица Халтурина хоть и не центральная, но очень важна и хорошо известна жителям Бреста, так как ведет к родильному дому и детской областной больнице. Ямочный ремонт, который было решено сделать на этот раз, временная мера, которая необходима как промежуточный этап, ведь уже в третьем квартале текущего года планируется сплошное асфальтирование участка от больницы до проспекта Машерова. В настоящее время практически завершены ямочные ремонты по городским улицам. Осталось еще несколько дней, и мы уже будем переходить на дворовые территории. Также специалистами дорожно-эксплуатационного предприятия в текущем году планируется большой объем работ по сплошному асфальтированию. Сейчас ведутся работы, сегодня начаты по улице Газдетского. Мы начинаем сегодня укладывать выравнивающий слой. И дальше в течение следующей недели мы планируем полностью завершить работы по данной улице. Там были проведены работы по замене дорожного бордюра и асфальтированию, и автобусные остановки полностью новые сделаны. Также большой объем работ ведется по улице Дубровской. Уже подготовлен к укладке верхнего слоя участок от Брест-Нерштранца до переезда, и дальше ведутся работы до М1 по замене дорожного бордюра, и потом мы приступим тоже к асфальтированию того участка. Кроме того, уже на следующей неделе начнется работа по замене дорожного покрытия, установке бордюра и устройстве тротуаров по улице Белорусской на всем ее протяжении. Брещанам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.